это сфотографировали? Так, нет, я прямо хочу показать. Итак, вы, у вас вот светлее как... нельзя сделать чуть-чуть? Это будем называть второй серией. Вы уж простите, отнимаю ваше время, но поверьте, это не ваше личное дело, это беда всей России. Что-то не получается. Светлее не получается, да? Так, вот итак, это, значит, это, вот это была сама рана, болезнь. А это сама болезнь. Это тот, что я назвал, для страху назвал, бактериальный рак, хотя это не официальное название. Вот это, значит, вот это вы вычистили. Это он советовал, я не чистила. Вот это он замазал раствором. Теперь замазали, теперь показывайте, как лечили. Вот это раствор. Вот это вот, давайте я сейчас, глина 1,5 литра, зола 1 литр, известь садовая 1 литр, медный купорос 50 грамм, вода 1 литр. Ну, что я скажу, сейчас в каком он состоянии? Нет, это я не делала, это я думала, буду делать. Ну, вы уже, а так вы же показали, что замазано, нет, да? Нет, это он все показывал, который специалист. А, это его дерево? Это его дерево, и он советует. Мы и хотели. Вот у нас, да, вы понимаете, у нас вот у груши появляется, значит, на точечке, и потом появляются вот эти раны. И мы их обрезали сначала, эти ветки. Это те старые груши, что 100 лет, которые... Да-да-да. И значит, что, нет смысла, они все равно будут кипеть. Значит, обрезать нет смысла. Дело в том, что эти, вот то, что вы сейчас показали мне, я не говорю про все болезни, но то, что вы сейчас показали, это человек, который вам прислал информацию, прислал вам рецепт, там глина, там купорос, все прочее, да? Вот. Вот именно вот то, что мы сейчас люди видели на экране минуту назад, и то, что мы говорим, это не лечится, это бесполезно. Стоит только выскоблить, вот, еще хуже делается, еще хуже. У дерева есть свои запасы энергии, запасы здоровья, сможет восстановиться, не сможет, нет. Но то, что вы видели еще второе, знаете, что надо было делать? Значит, взять, выпилить, это и не вам, а ему, говорю, специалисту, надо было посоветовать ниже этой раны отпилить весь чертов штамп, всю крону, в надежде, что ниже появятся новые побеги. Это еще отсрочит смерть на несколько лет, может, успеет еще покушать яблоки. Еще есть такое свойство, а оно самое страшное, да, это когда больные деревья, сейчас на шею надену, это когда больные деревья, они, от них всегда больные яблоки. И их лучше и вообще не кушать. Они, вот то, что мы покупаем в магазинах, это 40 обработок. Это Средняя Азия, Молдавия, это привозят со всего мира. Я помню, чуть не упал со стула, когда, вернее, чуть не стул надо было подставить. С Новой Зеландии привозят. Это ровно на том стороне континента. Вот, даже оттуда. И они все примерно 40 обработок. То есть все, что сейчас на рынках, в магазинах, в супермаркетах, их вообще есть нельзя. Мы не имеем права давать детям вот эти вот, видели, там страшная рана. Плоды с виду будут еще какое-то время, может, даже не покажутся больными. Их тоже есть нельзя. Нужно иметь здоровое дерево. А здоровое дерево откуда взять? То, что сказали с Алтая, вы сейчас купите там же. Вы же приехали к Сергею, его нет? Вот. Нет, мы покупать уже не будем. Не дай вам Бог, ты как скажут алтайские, сразу в морду. То есть, ну, мужик должен морду, а вы можете плюнуть ему. Ну, лучше расскажите, вот сейчас вот за Майнск ГЭС с той стороны, там дачные участки, мы покупали груши, яблоки, вроде хорошие. Они, наверное, не саженцы продают? Нет, я вам подскажу. Дело в том, что там за Майнск ГЭС саженцы сейчас не продает никто. Боднар умер. Вот. И, по крайней мере, официально никто не продает. Так, то, что они продают плоды, вот придет, захотите настоящие плоды. У них есть свой стихийный рынок, несколько километров не доезжая до Черемушек. И там каждый второй скажет, ну, каждый третий, ладно, врать не буду, скажет, это из саженца выросло железово. И покажет вам шикарнейшие плоды. Вот это и надо есть. Я им сразу, все, кто покупал у меня, я говорю, только отрежете одну ветку, я приеду и вам это, пальцы пообрезаю к черту. Боятся меня уже. Ну, так, вот. Чтобы они не продавали, Саша. Вот, это раз.
Второе. В Майне есть жестовские прекрасные саженцы, но дело в том, что...